В данном видео я расскажу, что нового мы добавили в новую версию Tesla SCADA 2, версия 51. В новой версии мы добавили графический элемент «Мигущая строка событий». Она располагается в библиотеке события. И позволяет отображать события, которые в данный момент активны при помощи бегущей строки. В настройках вы можете настроить скорость бегущей строки и приоритет событий, которые будут отображаться в данной бегущей строке. Ну и также вы можете настроить типичные настройки для текстового объекта, то есть там шрифт, размер шрифта и есть или нет там рамка. Во втором объекте мы отображаем события от приоритета от 100 до 1000. И в данной таблице просто показаны те события, которые в данный момент активны. Для этого ставим галочку «Только активные события». Также в новой версии мы добавили возможность отображать строку, если байты расположены в перевернутом виде. То есть сначала идет байт второй буквы, потом первой буквы, ну и так далее. Это работает только для Modbus. Все эти строки мы привязали к текстовым объектам. И также в скриптах показали, можем посмотреть возможности нового графического объекта EventSticker. То есть можно посчитать количество отображаемых событий, и в зависимости от количества событий, возможно, допустим, убрать отображение данного бегущей строки событий. То есть если нет никаких событий, то просто убираем эту строку в скрипте. Отображение этой бегущей строки. Ну, давайте посмотрим, как работает. В начальном этапе у нас нет никаких событий. То есть, видите, таблица пустая, и у нас пропало, исходя из работы скрипта. Давайте создадим какое-то событие. Бегущая строка появляется с сообщением события. Добавим еще одно событие. И теперь мы видим, что там отображается два события уже, то есть value is too high и value 1 is too high. Уберем одно событие и смотрим, что на первой бегущей строке оно осталось, одно событие, и появилось на второй бегущей строке событие, которое приоритет от 100 до 1000. Что касается строки с отображением байтов, можно изменить строку и посмотреть. То есть мы изменили, наоборот сделали, а в перевернутой строке, в которой байты перевернуты, они поменяли местами. Спасибо за внимание, будут вопросы, пишите.